Здесь такая достопримечательность. Написано число. По-моему, это температура вот эта вот. Майами Бич. И вот здесь вот все фотографируются, все туристы. Вот. Слушай, ну сегодня вообще классная погода. Замечательно. Да, мы думали, что будет дождик, ну потому что по Google погоде вроде бы должен быть дождик, ну посмотрите. Да, я была здесь. Да? Угу. Где-то полгода назад мы здесь чуть-чуть немножко гуляли, но я об этом забыла. Ну, там вот любят добегать, на сигвеях, на скейтбордах. Фотографирую маму на нашу видеокамеру. Да, ты видео снимаешь? Да, но я уже тебя сфотографировала. Позирую, понимаешь, застыла в позе. Все? Ну, а что? Что еще? Смотрите, как здесь много народа. В основном это туристы. Ну, так здесь приятно. Идем дальше? Однако у меня не выходит пиво из головы. Я его долго из себя не отпущу, потому что оно во мне сидит за такую сумму. Полгода мы теперь не будем пить пиво. Мы наказаны. Мы наказали сами себя. Смотрите, еще одна проблема в Майами, особенно вот, знаете, такие тусовые места, Майами Бич. Весь паркинг занят. Очень много здесь мерседесов и лексусов. И в основном это все русские ребята на них, они любят эти марки. Чуть меньше BMW. А вот здесь можно брать на прокат велосипеды. Интересно, сколько они стоят. Давай пройдем, посмотрим. А вон смотри, тренажерный зал. Слушай, да, там прям... Давай подойдем, посмотрим. Тренажерный зал на открытом воздухе. Смотри, сколько много всяких разных спортсменов занимается. Вон. Классно. И это им ничего не стоит, я думаю. Так. Ситибайк. От Ситибанка. Знаете, Ситибанк у нас же есть, а это Ситибайк, та же компания. 30 минут – $4. $24, если на сутки берете. Вот они все расценки. Здесь вот можно оплачивать карточкой. Так вот выглядит байк. Ну, естественно, с вас снимают с карточки депозит обязательно. Если вы не вернете байк, то вам не вернут депозит. А депозит, думаю, будет такой прилично снят. $300, ну, да. Так, покажем вам тренажерный зал на свежем воздухе. Здесь, конечно, на пляже очень много спортивных тел. Как-никак, Майами Бич. Здесь качки любят красоваться, и девушки с формами. Вот есть даже гриф и блины. Все это бесплатно. Сегодня комфортная погода для тренировок. Ой, господи, я не могу. Боже мой, боже мой. Боже мой. В общем, если вы турникмен, то вам сюда. Видите? А хотите увидеть полный релакс? Я думаю, этот человек без определенного места жительства, но тем не менее... Обладающий собственным гамаком. Да, посмотрите. Ну, это ли несчастье? Думаю я. Абсолютно свободный человек. Вот, значит, у него вещи. Не, на самом деле, я думаю, есть у него все. Он просто на скейте приехал. Разложил свой гамак и отдыхает. Ну как, потом разложил, он развесил. Развесил, да. Так, а мы идем на пляж. Прогуляемся на пляж. Хотя мы
кроссовках. Ну что делать? Даже не думали, что все-таки мы выйдем на пляж, потому что погода нам не сулила ничего хорошего. На самом деле очень классно. Magic City казино. Вот так рекламируют казино. А в Орландо казино нет. В Орландо запрещены казино. А здесь нет. И когда удобство во дворе. Так хочется искупаться. Угу. Интересно, а кто-то купается? Не вижу. Нет. Наверное, она все-таки прохладненькая. Но люди гуляют. Люди гуляют. Даже смотрю, некоторые загорают. Песочек белый, а океан такой лазурный. Слушай, тут даже есть на пляже вот эти вот барчики передвижные. Да, барчики. Ну, мы уже напились. Спасибо. Чайки подрались за еду. Так, вот смотри, это уже жилые дома вот те. Линия пляжа достаточно широкая. Посмотрите. Машины проезжают, спасательные, и те, кто следит за пляжем. Вот это все можно арендовать. И лежаки. Чайка, чайка. Курица. Слушай, такая здоровая чайка. Витя. Пугливая. Налетела. Вот спасатели. Желтый флаг. Купаться можно. Тем не менее, никто не купается. Но, видимо, все-таки водичка прохладненькая. Но многие лежат, сгорают. Подходим к океану. Вдалеке яхты. Смотри, скутера. Ой, как же потрогать так, чтобы не намочить себе. Но слушай, она не холодная. Не холодная? Нет. А вон дети купаются некоторые. Приемлемая. 22-23. Так, сейчас как бы так сделать. Оп-оп-оп-оп. Давай. Да, не холодная. 22 где-то градуса. А, вот я вижу на скутерах, на гидроциклах купаются. А так просто нет. Не особо. Странно. Мы бы искупались, если бы у нас была соответствующая одежда. Но мы что-то не ожидали. Поэтому ладно, гуляем дальше. Кстати, зря не взяли, надо было Позагорать даже. Была у меня такая мысль. Ага, вон люди загорают, смотри. Ну ладно, next time. Да, давай гулять. Ocean Drive. Йоночек, ты нас не боишься? Сидел, мы уж близко подошли к нему. Ну нет, что-то вот уходит. Все-таки подумал, что нужно уйти. Да, это молодые чайки. Видишь, какие они еще глупые. Серенькие, глупые чайки. Пока-пока, лазурный океан. Смотрите, какая красота. Ой, нет. Делаем красивую панораму. Вот это выход на пляж. А сейчас будет вид на Ocean Drive. Вот этот вот беспечный человек в гамаке. Там опять же стройка идет. Все, и опять выход на пляж. Собачонка! Ну как же классно людям заниматься здесь. Идем дальше. Акробатические этюды.
представляете? Я так не смогу, слушай, она такая. Я так не смогу, еще бы. А вот это вот пакетики для экскрементов собачьих. Угу. Молодец. Сильные руки. Господи, здесь только чего нет, ходить да снимать. Да. На каждом углу что-то происходит. Угу. Бегут люди. Байки вот снимают. Видела сити-байк? А главное, оформлено как Ситибанк. Сама надо рисовать. Ага. Так это та же фирма. О. О. Это наша тема, мы не можем не поснимать. Слушай, ну это вообще какой-то рай для спортсменов. Вот эти ржавые гантели отсюда никуда не уходят, они здесь постоянно находятся. Да, да, но никто же их не приносит.